Члены Национального совета общественного доверия будут следить за процессом выборов акимов сельских округов. Об этом стало известно на очередном заседании совета. Таким образом, представители надсовета напрямую будут вовлечены в реализацию предложенных инициатив. Отмечу, по линии надсовета уже принято 17 законов и около 80 нормативно-правовых актов. Среди наиболее важных инициатив – закон о запрете продажи и аренды земель иностранцам, повышение стипендий для педагогов и медиков, а также сокращение квоты на привлечение иностранной рабочей силы. На стадии разработки и рассмотрения находится еще больше 15 законопроектов. Базово можно, допустим, назвать президентские реформы в отношении системы пенсионных накоплений, когда казахстанцы имеют возможность использовать свои пенсионные накопления свыше порога достаточности для улучшения своих жилищных условий, либо для инвестирования на фондовый рынок, либо для погашения кредитов. Эта инициатива была озвучена в первом послании. Президент во втором послании уже принял окончательное решение. И в итоге, как вы знаете, свыше 400 тысяч казахстанских семей сумели поправить свое финансовое положение